Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Outlast, и мы находимся в психушке, как обычно, чему тут вообще удивляться, тем более, что игра про это. Хочу сказать, что с этой серии я начинаю играть на геймпаде, потому что, как казалось, игра его прекрасно поддерживает, как вы знаете, на геймпаде смотреть все людям гораздо более удобно, потому что передвижение гораздо более плавное. И, соответственно, вам интереснее и менее напрягающе для глаз смотреть. Другое дело, что мне придется переучиваться на новое управление, но я думаю, я с этим справлюсь. Так, тут вроде все спокойно. И давайте по-быстренькому вспомним, где мы вообще. То есть мы по-прежнему по нашему следу идут два голых мужика здоровых. Меня это пугает. Кроме того, здесь реально очень много психов. Свободных психов. И это тоже не очень хорошо. Так, ладненько. Мне, кстати, в комментариях правильно написали, что батарейки не тратятся, когда ты просто вот так вот смотришь в объектив камеры. При этом очень много интересных деталей. Если не смотришь в объектив камеры, то от тебя уходит. Это своеобразные такие заметки появляются. Только когда ты это снимешь. Так, хорошо. И что же это у нас может быть такое? Что оно откроет? Я надеюсь, не все камеры подряд. Воу, тихо. Воу, тихо, тихо, тихо. Ты же не войдешь сюда? Так, надо валить. Надо валить. Твою мать! Это была плохая идея. С этим геймпадом я не могу смотреть по сторонам. О, давай, давай! Офигеть. Геймпад пошел в попу. Нет. Нет, я лучше как-нибудь по старинке. Вот это я просто тупо не видел. Окей. Хорошо, он же не полезет со мной сюда, да? Он же не будет это делать. Так, уходим, уходим нафиг. Оно не работает. Он ломает дверь. О, твою мать, бежим, бежим. Свободен, мать твою, за ногу. Ух, ух, куда бежать? Охренеть. Ладно, хоть на забор не насадился. Капец. Капец. Охренеть просто. Давайте по-быстренькому как-нибудь, а? Подожди, мы же тут были, нет? Это та самая или это уже что-то новое? Капец просто. Кто их перелопатил так? Подожди, это реально то самое место или это другой блок уже? Тихо, тихо. Тихо, тихо, это кто такой? Он гремит цепями и, по-моему, он хочет убить меня. Уходим, уходим, чертовой матери. Откройся. Твою мать. Аккуратно. Я чуть-чуть передохну, пожалуй. Он сюда идет? Япона, мать. Я вовремя спрятался, по-моему. Так, выходим. Для этой игры нужны остальные.
оттуда. Я, говорит, слышал. Прячемся. Так, спокойно. Смешно, в начале серии получилось. Я говорю, на геймпаде буду играть. Конечно. Ну да. Так, ладно, парень, полегче. Сейчас батарейка умрет. Очень, то есть вовремя. Давай, давай. Вот там что-то. По-моему, он сейчас перелезет сюда просто. Ненавижу эту игру. Нет, он сюда идет. Маленькая свинка, говорит. Где что? Что такое? Ой, о, твою мать! Нашу мать! Нашу мать! Спокойно, спокойно, все будет хорошо. Делай. Блин, меня дрожь реально хотела бегать. Мурашки-то куда-то. Спокойно, мать вашу. Где ты вообще? По-моему, он наконец подходит сюда. Да где же ты, мать твою, заново? Охренеть просто. И что это такое, мужчина? Зачем ты это делаешь? Нормально. Я опять сломал игру. Есть хоть какая-то игра, которая у меня не ломается? А-а-а, мы бежали. Нашу мать, нашу мать. Пролазь, 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 пролазь. Ой, твою мать, да что ты делаешь, идиот? А, ну какого хрена ты, зачем это было делать? Он, по-моему, еще страшнее, чем мне. Слабак! Да. Это то самое место, где мужика, по-моему, проткнули, нет? Так, хорошо, душевые, это, по-моему, очень плохо. Душевые, это худшее место в игре. Спокойно, спокойно. Я не боюсь, вообще никак. Да не подходи ты ко мне. Все, мне норм. Это жуть какая. Офигеть, это настолько жутко. Блин, как у них рожи эти обкусаны, что ли?
О! Мать, какого хрена? Это кто такой? Норм. Будешь еще? Да вы издеваетесь, что ли? Да он же сейчас сзади схватит меня, ну? Давай. Свидетель. Живой. Ну, слава богу. Хотя в данных обстоятельствах. Фу, так хорошо. Некролог доктора Верники. Некролог взят из сайта такого-то. Рудольф Г. Верники ушел из жизни в возрасте 90 лет, продолжая заниматься любимым делом 28 февраля 2009 года. Он родился в Германии в Мюнхене в 18 году и стал известен в научных и математических кругах благодаря статье, написанной в соавторстве с Аланом Тьюрингом, пионером компьютерной эры, то есть известная личность Тьюринг. После темной истории с работой на военные нужды Германии он эмигрировал в Соединенные Штаты в 49 году, получив визу от государственного департамента. После нескольких десятилетий и правительственных исследований в Лос-Аламосе он отошел от дел и перебрался в Нью-Мексико, где посвятил себя ландшафтной фотографии и заботе о своих кошках. В начале нового тысячелетия он отправился в Колорадо с целью благотворительного сотрудничества с корпорацией Мерков. Компания выпустила заявление, что доктор Верники был истинным гуманистом и человеком великой душевной щедрости. Никто из близких его не пережил. Я не верю, что он такой положительный. Так, там наверху я был. Вот тут вот за решеткой. Нет, не тут. Но где-то здесь. Давайте посмотрим этот этаж до конца. Мне кажется, что это нас никуда особо не приведет. Да, это нас привело в тупик. Неактивно. Вы знаете, я здесь и был. Вот тут вот я проходил, как раз наблюдал за убийством там внизу. Потом пошел куда-то вон туда. И теперь нам, походу, выше надо. Что тут? Здесь можно прятаться. Хорошо, заранее себе такую лазейку подготовили. Если вдруг что-то будет, тут мы скроемся. Воу! Твою мать! Чё ты хочешь-то? Да блин! Как это чувствительно. Мне хана, да? Ты чё, закрыл дверь? А, свали ты, мать-то! Пошел нахрен. А, бежим. Спокойно уходим. Воу! Твою мать! Да ты посмотри, тут же они кругом просто. Убери свою камеру. Больная игра. Ты же живой, да? И не очень приятно внешне. Хорошо, мне бы еще где-нибудь батареечек. Тут чутка. Офигеть просто. Так, там никто больше не ходит за мной.
сегодня нет, это прекрасный повод пересесть поудобнее. В таких играх я очень быстро теряю удобное положение, потому что кирпичи, на них не очень удобно сидеть. Так, ну ладно, давайте тогда пойдем сюда. Вот батарейки кончатся, это же все крайне, то есть ничего не видно. Лестница вниз, именно лестница. А что-то было? Блин, там темно. Это просто какая-то попа. Там темно и страшно, а здесь куча крови и страшно. Куда же пойти? Зато светло. Повсюду царит слово «Вальридер». Так назывался эксперимент, который Мерков здесь проводил, но пациенты говорят о Вальридере как о чем-то реально существующем, вроде демона или духа. Нечто, найденное ими в горах. Я бы списал это на шизофрению, но я же и сам видел нечто. Может быть, какой-нибудь сбор в камере? Сбор, говорю, сбой в камере? Или само это место подбирает ко мне ключики? Кстати говоря, вот эти вот заметки, я их не читал, но уже они не актуальны, поэтому просто я их покажу, а кому нужно, на паузе почитает. Fuck this place. Seriously, fuck this place. Так это Крис Уокер, понятно. Уродливый верзила. Окей. Блин, что-то тут реально все как-то совсем. Реально совсем. Здесь никак, да? Смотри, здесь протекает все. Здесь можно спрятаться. Отлично. Фу, хорошо, давайте, знаете, мы на этом прекратим, наверное, а в следующей серии уже пойдем туда, потому что мне опять же нужно отдохнуть. В этой серии как-то слишком много было, по-моему, всего плохого и не очень много хорошего. Что это такое? А, я тут был, я по той стороне проходил. Там спрятался, выпрыгнул из окна. Короче говоря, блин, не знаю, это перебор, по-моему, я опять орал. Спасибо, что смотрели, увидимся в следующей серии. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.